Я прошу прощения. Они что там делают? Дурака. Думаем, что пьют кофе. Он никогда не подумал, что у нас обнаружится общая любовь к мотоциклам. Видите, как бывает. Да, вы имеете в виду, что оделся во всю юху. Тихо. Только внешне. Очень на это надеюсь. Слушай, ну если так, все уже, ну у нас пошло, может быть, я и она, и мы с ней... Только не приводи ее слишком поздно. Правда, можно? Что ты спрашиваешь? Батя, разреши. Послушай, папаша, если у тебя со временем получится что-то путное, пойдем. Ну-ка, стоп.